Все мы привыкли к перемене в школе, где все болтают и веселятся. Но перемена в театре – это что-то новенькое. Как совместить школу и искусство? Эти ребята знают ответ на этот вопрос. Добрая перемена – это мероприятие для первоклассников с особенностями развития, а также для их родителей. Оно проводится каждый год и с каждым новым разом привлекает к себе все больше внимания. Такой праздник был придуман Советом матерей «Материнское сердце», а другие общественные организации и администрация города поддержали такую идею. Что вам больше всего запомнилось в шоу-программе? Ну, прекрасно выступили, спели девушки с Тамыр, да, телеканала. Вот. Молодцы, ну, такие праздники, я считаю, очень надо, как бы, чтобы дети встречались, общались, вот, социализировались. Праздник проходит в Башкирском государственном академическом театре имени Мажита Гафури. Для детей с ограниченными возможностями здоровья поставили спектакль «Кот в сапогах», подготовили подарки. А вокальный ансамбль детско-юношеского телеканала «Тамыр» организовал мощный концерт. Тебе понравилось выступать на этом празднике? Да. А что тебе понравилось больше всего петь? Про мечту. У тебя есть какая-нибудь мечта? Да. Какая? Чтобы у меня появилась собака. Завидуете первоклашкам? Нам такие праздники не устраивают, а я бы хотела. Посмотрим, насколько эффективным окажется такой эксперимент. В любом случае, искусство благотворно влияет на весь организм. Это, между прочим, ученые доказали. Учеба – это сложный труд, но главное – подходить к нему играючи. Уж поверьте мне, Настя Тепляшина, Влад Минязев, специально для «Горы новостей».